Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное печенье, которое называется «Минутка». Готовится оно очень быстро из доступных продуктов, а получается всегда очень-очень вкусным. Такое вот оно внутри, со сливочным таким оттенком. Для его приготовления нам потребуется 1 белок куриного яйца, 100 грамм сливочного масла, 3-4 столовых ложки сахара. Также нам потребуется соль и мука. Муки где-то 1 стакан уйдет. Перекладываем сливочное масло в чашу, добавляем сахар и все хорошенько перетираем венчиком. Конечно, гораздо проще это сделать будет с помощью миксера, но так как сегодня мы взяли всего 100 грамм масла, обычно мы делаем где-то на 200 граммов, и миксером гораздо лучше взбивается. Ну вот можно и при помощи венчика это сделать. И теперь добавляем в это масло с сахаром 1 куриный белок. И все опять же хорошенько перемешиваем. Добавляем соль по вкусу и просеиваем муку, в которую добавим где-то 1/2 чайной ложки разрыхлителя для теста. И замешиваем такое вот покладистое тесто. Такое вот оно мягкое и совершенно не липнет к рукам. И отправляем его в холодильник на 15 или 20 минут, чтобы нам было легче раскатывать пласт теста и вырезать из него печенье. Достаем наше тесто из холодильника, раскатываем пласт толщиной около 0,5 сантиметра, можно чуть больше, и вырезаем наше печенье. Перекладываем наши заготовки на противень, который можно не смазывать маслом, так как большая часть нашего состава печенья содержит в себе сливочное масло. Ставим лист с печеньем в разогретую духовку до 200 градусов и выпекаем до готовности. Когда наше печенье будет готово, у него появится сверху такой характерный золотистый цвет. Прошло около 15 минут, наше печенье начинает подрумяниваться, и совсем скоро можно его уже вытаскивать из духовки. Достаем наше печенье из духовки, даем ему немножечко остыть и можем звать всех к столу и приступать к приятному чаепитию. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.